сейчас Вита Секвилл-Уэст и мистер Гарольд Никольсон. Брак похож на растение. Он нуждается в постоянном уходе. Мужчины склонны считать растением себя, а женщин лишь почвой. Независимость пола не имеет. Вирджиния уникальна и талантлива. Я хочу познакомиться с ней. Я только и слышу о ее безумии. Безумие? Какое удобное объяснение гениальности. Я хочу узнать о вас больше. Надеюсь, ты не собираешься с ней сбежать. Почему ваши книги продаются лучше моих? Популярность никогда не была признаком гениальности. Познакомилась? Она потрясающая. Эмоция создает в уме волну. Чтобы подобрать точные слова, нужно уметь ухватить ее. Джинни. Ничего не было. Чего тебе хочется с ней? Творить или жить? Ни того, и другого. По правде, я боюсь, что мне не позволено желать в той же мере, что и вам. Суть отношений не в том, чтобы по-настоящему узнать другого человека. Именно незнание сводит нас с ума. Как думаешь, со мной что-то не так? Почему я не могу жить, как все? Мне нужны эти эмоции и сложности. Вижу, ты явно полагаешь, что влюблена в Вирджинию. Ваше перо околдовало меня. Ты хочешь сделать меня героиней своей книги? Да, книга будет о тебе. Как будто у меня был роман с любовником, который никогда мне не принадлежал. Я так долго не понимала, что мне нужно. Наши встречи урывками сводят меня с ума. Не знаю, к чему это приведет, но я не могу без них. Вита и Вирджиния. В кино с 6 июня.